Здесь расположен храм, к которому всегда приезжают сюда много паломников, и вообще жители нашего района здесь часто бывают. Такое место такое святое, православное. И на отчете главы администрации в этом году жители обратились с просьбой к нам отремонтировать порядка 150 метров дороги возле храма, потому что состояние дороги было неудовлетворительное. И сегодня мы видим, что уже отремонтировано не 150 метров дороги, а отремонтировано километр дороги. Вода здесь застаивается в период разлива, значит, после таяния снегов или когда дожди сильно идут, то есть как раз этот сигнал от жителей поступил. И было принято техническое решение сделать определенный уклон дороги и вывести сразу в ливневку. Жители попросили установить лежачего полицейского, потому что, к сожалению, иногда хорошая дорога сподвигает водителей превышать скоростной режим, а здесь в непосредственной близости от дороги расположены жилые дома и церковь, опять-таки, рядом. Поэтому этот вопрос проработаем, и я думаю, до 1 сентября лежачий полицейский будет здесь смонтирован.